Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис, и мы... Мы продолжаем прохождение игры «Барби и танцующая принцесса». Вообще-то нет. Это называется «Барби 12 танцующих принцесс». Ничего. Нужно найти флакон с волшебной водой. И, конечно же, мой друг. Эта арка ведет в хрустальные сады. Не, в хрустальные сады мы пока не поедем, начисто. Это самая сложная локация вообще. Я лучше водопады пойду. Эта арка ведет в королевский парк. Это королевский парк, мы после водопада туда пойдем. А это что? Извините, эта что... Эта арка ведет в висячие сады. Это висячие сады, извините, что... Ну, тебе, Костя, не позволил представить, я просто забыл, если сам, ну сейчас... Ничего страшного. Это такое дело. Да, не страшно даже. Так, сейчас будет диалог. Это водопады. Твайла убежала вперед и ждет тебя за воротами. Найди ключ и догони Твайлу. Быть может, ей удалось отыскать флакон или одну из принцесс. Управляй Женевьевой с помощью клавиш стрелок и пробела. Помогай ей преодолевать препятствия. В конце каждой дорожки тебя ждут ворота, за которыми скрывается веселая игра. Не забывай искать ключи. Волшебные талисманы! Так. Соберем как можно больше, пока они не исчезли. Так, ну как тебе, красота? Ну, отлично. Здесь игра... Так, теперь желаю знать, куда идти. А ориентир у нас вот эти зеленые листья. Ну да. Тут можно в любом направлении. Нажательно, конечно, идти по главному направлению. Да тут везде можно. Сначала сюда, потом туда. Тут же в каждом направлении своя игра. Ну да, это я имею в виду в этой локации. Так, это получается здесь ждем платформу, такую как видеолодки, и на ней плывем. Ах, эти лебеди, какое изящество! Да уж. Тут получается, наверное, в двух направлениях нужно идти. Сначала... Одну сторону как бы пройти, а потом, скорее всего, другую. Третье направление вот здесь. Так. Талисманы! Брут уже близко! Не уступ! Будем искать принцесс! Ничего. Просто допрыгнул, не допрыгнул. Вот так. Опять! Слишком рано! Тут бывает такое. Так, вот это я вообще не туда. Вот куда надо. Да что ты будешь делать? Это не страшно. Здравствуй, Лейси. Так, что у нас тут? Ты нашла флакон? Нет, Женевьева. Я так переживаю. Но я нашла чудесную лужайку для танцев. Давай посмотрим. Чем лучше мы будем танцевать, тем быстрее вернемся домой. Пока Лейси танцует, следи за стрелками, спускающимися по экрану. Когда стрелка опустится в нижнее окошко, нажми такую же стрелку на клавиатуре. Лейси будет танцевать, пока не закончатся стрелки. Когда все стрелки окажутся на месте, она получит аметист. А, ну тут понятно, надо на стрелки нажимать вовремя. Это уже подводный брат открытает. Чтобы спасти папу, нужно продолжать танцевать. Этот полегче будет. Все правильно, продолжай. Да, и здесь же нужно их заполнить. Лекарства.
Комментировать тут особо ничего. Так, а что сейчас он нам даст? Как, что это? Лейси, ты танцуешь чудесно, как маленький ангел. Спасибо, Женевьев. Амулет или как? Я так люблю танцевать. Жаль только, я не нашла флакон. И совсем стоптала свои кухни. Мы вернем им красоту с помощью твоего камня. А, камень. А Дерек их зачарует. Какая ты умная, Женевьева. Давай попробуем. Если мы заколдуем все 12 пар туфелек, то перенесемся домой и спасем папу от Равены и Десмонда. Чтобы вернуть принцессу в центральный павильон, выбери подходящий ей камень. Просто щелкни по камню и перенеси его к портрету принцессы. Щелкни по брошке и посмотри, подойдет камень или нет. То есть тут получается, когда проходишь такие миссии, вот, то появляется предмет, который надо дать принцессе. Это же центральный павильон. Внизу экрана по очереди. Нажми кнопку предварительного просмотра, чтобы увидеть танец в миниатюре. Так, а тут что? Если тебе все нравится, нажми звездочку и утверди танец. Если ты хочешь изменить танец, нажми стоп и вернись к ленте с картинками. Так. Вот танец это будет прелестно. Изящная па, прекрасный выбор. Здесь нужно угадать, какую прекрасный штуку правильно поставить. Да нет, тут не надо угадывать, тут просто надо выбрать. Прекрасный танец. Как я сказать, танец выбрать. Угу. Трюки. Вот такой вот трюк, смотрите, вот такой. Это будет прекрасный танец. Ну и последний, конечно. Вот такой. Не знаю. Не знаю. Изящная па. Прекрасный выбор. Но и тут получается, когда у 12 принцессы есть награды, то игра заканчивается. Причем 12 принцесс надо заколдовать все 12 пар туфель. Тогда можно уже будет сразиться с Равеной и Десмондом. Сечешь их? Ну да. Чудесный танец. Скорее бы вернуться домой. Мне так понравилось танцевать, Женевьева. Прости, что я потеряла чудесный флакон. Не расстраивайся, Лейси. Любая из нас могла его потерять. Ты не виновата. Я так переживаю. Не надо, Лейси. Мы отыщем флакон. И тогда мы заколдуем ваши туфельки, вернемся и спасем короля от Равены и Десмонда. Волшебство флейты усиливается с каждой парой туфелек. Мы заколдуем все 12 пар и вернемся домой. Конечно, Лейси, а затем напоим папу волшебной водой и спасем его. Я останусь тут и буду танцевать как никогда в жизни. Ты найдешь флакон с волшебной водой, и мы навсегда прогоним Равену и Десмонда. А мы продолжим поиски лекарства. Нужно спасать папу. Идем, Твайла. Пора. Так. Ну, теперь снова идем. Мы не можем вернуться домой без лекарства. Нужно пройти через арку и продолжить поиски. Так, сейчас будет небольшой. Где-то среди водопадов скрываются Твайла и принцессы. Управляя Женевьевой с помощью клавиш стрелок и пробела. Твайла и принцессы где-то поблизости. Пройди по дорожкам и постарайся их найти.
Не забывай собирать ключи. Так, а теперь идем в левую. Здесь игра «Музыкальная фея». Да, здесь аж три направления надо пройти. Эта платформа поднимет нас наверх. Берегись! Злой брут нацелился на талисман! Тут сейчас... внимание. Как здесь чудесно! Бери талисман! Будем искать. Флакон где-то в этих краях. Нет, Женя, его не в этих краях. Ой, ну что, пишите за всех сил! Ну это даже не фейвы, это скорее так приколы такие. Эта платформа поднимет нас наверх. Идем к этому знаку. Вдруг за ним принцесса. Скорее! Так, вот это у нас сейчас второе задание. Вода кристальная. Да, это ж приколы, так приколы. Значит, рядом обезьяна! Не уступим талисманы! Поможем маленькой музыкальной фее подняться на самый верх водопада. За это она подарит нам чудесный бриллиант, с помощью которого мы заколдуем туфельки одной из принцесс. Маленькая музыкальная фея скатилась по водопаду и не может подняться наверх. С помощью мышки подведи пузырь к фее и понемногу поднимай ее наверх. Мимо будут проплывать разноцветные ноты. Собери их как можно больше, чтобы получилось чудесное мимо. Так, а что же здесь? Здесь, по-моему, надо что-то взять. Или... Ура! Мы нашли ноты! Сейчас я точно сосредоточусь здесь. Молодец! Мы нашли ноты! Угу. Так, значит, надо вот эти вот подобрать. Скоро мы поднимемся на самый верх. Да. Эти розовые предметы надо собрать. Не понял. Теперь зеленые. Ура! Мы нашли ноту. Молодец! Мы нашли ноту. Это не предметы, так-то оно. Ура! Мы нашли ноту! Надо найти лекарство! До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ура! Мы нашли ноту! Так, вот еще раз. Теперь оранжевые. Так, вот второй у нас. Хедли, тебе удалось найти хрустальный флакон? Его нигде нет, Женевьева. Я просто не знаю, что делать. Мы с Дереком нашли волшебную флейту. Отправимся в павильон. Дерек заколдует твои бальные туфельки. Хедли, ты успеешь подготовиться к возвращению домой. Но я стоптала все туфельки. Как же нам починить их? Мы вернем им красоту с помощью твоего камня. Попробуем? Ты молодец, Женевьева. Давай попробуем. Нам нужно найти хрустальный флакон. Чтобы вернуть так. Принцессу в центральный павильон, выбери... Так, вторая у нас уже и пройденная. Просто щелкни по камню и перенеси его к портрету принцессы. Щелкни по брошке и посмотри, подойдет камень или нет. Здесь, скорее всего, синяя. Вот это, да. Чтобы принцесса исполнила танец, выбери один из рисунков. Так, а теперь сейчас немного другую тактику возьмем. Значит, смотри. Внизу экрана оранжевый, зеленый, голубой. Предварительного просмотра, чтобы увидеть танец в миниатюре. Синий, фиолетовый, желтый. Нажми
звездочку и утверди танец. Не важно. Если ты хочешь изменить танец... Ну да, но я уже выбрал комбинацию. Клиенте с картинками. Значит, первый у нас это оранжевый. Ой, ладно. Ты уверен, что вот тут... Да. Да, я уверен. Прекрасно! Танец удастся на славу! Так. Теперь зеленый. И голубой. Прекрасно! Танец удастся на славу! Вот. Ну и теперь что? Ну а теперь розовый, синий, желтый. Это будет прекрасный танец. Изящная па! Прекрасный выбор! Мне кажется, вот это будет лучше. Будет прелестный. Так, для разнообразия немного. Ну и, конечно, ребята, заранее извиняюсь, если я немного перепутал цвета. Ну, в смысле, если некоторые я неправильно назвал. А ты что, неправильно назвал цвета? Ну, просто мог перепутать, например. Так что это такое дело? Вот это да! Отличный танец! Ты так увлеклась танцем, Хедли? Еще бы, Женевьева. Но как же я хочу попасть домой, к папе? Дерек говорит, что волшебство флейты усиливается всякий раз, когда он колдует над туфельками. Думаю, когда мы заколдуем последнюю пару, путь откроется сам собой. Значит, нужно найти флакон и всех принцесс. Поторопимся, Твайла. Идем. Так. Мои последние задания водопада. Мы не можем вернуться домой без лекарства. Нужно пройти через арку и продолжить поиск. Здесь игра «Праздник фонтанов». Вода кристально чиста. Но ведь тут получается... Предыдущие задания уже недоступны. Золотой ключик. Интересно, что он отбирает? Три талисманы! Брут уже близко! Не уступай! Так. Праздник фонтанов. Щелкай мышкой по кнопкам. С каждым новым щелчком. Так, а тут что у нас? Кнопки будет меняться. Выбери фонтаны, которые тебе нравятся. Когда все будет готово, щелкни по кнопке предварительного просмотра. Если тебе понравится праздник, нажми звездочку, и он начнется. Ну, тут, скорее всего, надо собрать. Нажать кнопку стоп и поменять фонтаны. Надо праздник это фонтанов. Поистине королевский праздник. Это будет очень красиво. Это поистине королевский праздник.
Ну, то есть, угадать правильную комбинацию цветов. Очень красиво. Нет, просто праздник. Это будет чудесный праздник. Это будет очень красиво. Прекрасно. Продолжай. Это поистине королевский праздник. Вот так. Это будет прекрасно. Как красиво. Удачный выбор. Это будет да, и еще последние две. Это поистине королевский праздник. Так, значит, еще получается есть. Ты уже так второй этап. Это будет прекрасно. Прекрасно. Продолжай. Как красиво. Удачный выбор. Это будет чудесный праздник. Ну и цель, насколько я понял, активировать выбор. Все фонтаны. Это будет чудесный Нет, праздник. Говорю, это же карты есть, активировать все фонтаны. Прекрасно, продолжай. Как красиво. Удачный вот выбор. Так. Предварительный просмотр. Готовый праздник. Прелестные фонтаны. Замечательно. Вот это праздник. Ну-да, праздник отличный. Еще один. Айла, ты еще не нашла хрустальный флакон? Нет, Женевьева. Я тут все обыскала, его тут нет. Мы с Дереком нашли волшебную флейту. Вернемся в павильон. И Дерек заколдует твои больные туфельки. Скоро мы сможем попасть домой. Мы должны спасти папу. Но я совсем спрятала туфельки. Нужно починить их, прежде чем Дерек сможет колдовать. Мы вернем им красоту с помощью твоего камня. Попробуем? Давай попробуем, сестричка. Нужно вернуться домой. Чтобы вернуть принцессу в центральный павильон, выбери подходящий ей камень. Просто щелкни по камню и перенеси его к портрету принцессы. Щелкни по брошке и посмотри, подойдет камень или нет. Чтобы принцесса исполнила танец, а вот здесь... выбери один из рисунков по обеим. Так, здесь. Это танцевальные пары. Желтый, фиолетовый, оранжевый. Внизу экрана по очереди. Нажми кнопку предварительного просмотра, слева, чтобы увидеть танец в миниатюре. Это если не тебе оранжевый, нравится, это желтый. Нажми не, вверху я имею в виду. Но тут как оранжевый сделан. Я же говорю, тут цвета не сильно так корректно немного сделаны. Ну, ну разве это понятное дело? Это голубой. А может быть это тоже розовый? Да фиолетовый. Ну и какой? Ну, желтый, фиолетовый, красный. Танец будет прелестный. Так, значит ну или возьмем зеленый, например. Так, желтый, зеленый. Так, какие сейчас еще тут выпадут? Угу. Ну и теперь берем фиолетовый. Так, отлично. Здесь берем... Угу. Это розовый. Это будет прекрасный танец. Танец будет прелестный. Так, теперь берем... голубой. Это будет прекрасный танец. Ну, в принципе. Так.
спасем папу в мгновенье ока. Айла, в танце ты светишься радостью. Как бы я хотела вновь танцевать для отца. Найди флакон. Вот только найдем хрустальный флакон и сразу вернемся. Как только я заколдую все пары туфелек, появится дорога. Флейта! Волшебная флейта! Каждый раз, когда я колдую над туфельками, ее волшебство усиливается. Я верю, оно откроет нам путь домой. Хорошо бы, Женевьева. Я так тревожусь за отца. Мы найдем хрустальный флакон, и он поправится. Идем, Твайла, поспешим. Все, водопады мы выполнили. Так, интересно, а теперь можно в них зайти? Можем. То есть, получается, можно повторно выполнять, да? Нет, повторно можно выполнять специально. Ну, как сказать, специально в таком меню повторно можно выполнить. А так уже все. Да. Так, ну что ж. Думаю, на этом можно серию закончить. С вами был Данис. Подписывайтесь на наш канал. На наши каналы, вернее. Ставьте лайки, комментируйте, оценивайте. И ждите новых видео, ребят. Всем удачи, всем добра. Всем пока. До скорых встреч. Пока-пока.